Всем доброго времени суток. В ремонте компьютер с проблемой многократного запуска браузера. И решение пришло необычным методом. В общем, смотрите далее. Итак, проблема многократного запуска браузера, и причем браузер может запускаться до бесконечности, то есть сколько оперативки хватит. Естественно, я стал грешить на вирусы и прошелся утилитой Curlt. Обзор на нее я делал ранее, ссылка в конечной аннотации. И результат сканирования меня удивил тем, что вирусов обнаружено не было. Тогда я пошел другим путем, и программа CCleaner, на нее обзор у меня будет в будущем, начал чистить систему, отключаться автозагрузки программы, и после проделанной работы браузер все так же запускался самовольно. Естественно, я пошел дальше и стал ковырять сам браузер на наличие вредоносных и рекламных расширений. И также ничего подозрительного мной обнаружено не было, как и в пути ярлыка. Все указывало на техническую неисправность, а точнее на мультибар клавиши. Скорее всего, что-то было пролито на них, и они залипли. И все же я переустановил операционную систему, чтобы было наверняка. Но нужно было открывать ноутбук, а этого делать я не хотел из-за ряда причин, и поэтому начал искать программное решение данной проблемы. После некоторого времени поиска в Google программы, которая умеет отключать клавиши на клавиатуре, наткнулся на одну из таких под названием MK. И тут столкнулся с новой проблемой, оказывается, такого рода программы не умеет отключать дополнительные клавиши и работает только с основными. Тогда пришла в голову идея из прошлого, а именно вспомнил, как писал на языке программирования, создавал бат-файлы и решил создать пустой батник. Так как программа не умеет отключать дополнительные клавиши, но может заменить программу запуска и тем самым созданный мною батник, а создался он легко с помощью текстового документа и изменения расширения с TXT на bat. Я скомплектовал в архиве WinRAR, установив галочку на создать SFX архив и получил в итоге установочный файл, который ничего не делает. Спрятал в корень диска созданный мною файл и программой заменил значение запуска браузера на запуск этого файла. Что интересно, программа фиксирует нажатие, и пустой файл за полчаса работы ноута запускался 200 с лишним раз, а если это был бы браузер, ноут бы завис. Вот такое нестандартное решение пришло в голову, и проблема решилась. А кому нравится находить решение там, где казалось бы это невозможным, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а я с вами прощаюсь и до скорой встречи. Всем удачи и хорошего настроения.